воспоминаний художника Александра Рылова, любимого ученика Архипа Ивановича Куинджи. Командир батальона Новиков разрешил мне держать вступительные экзамены в Академию художеств, на это время освободив от ротных занятий. Во время экзаменов в зал вошло несколько знаменитостей. Менделеев, известный химик, он был членом Совета Академии художеств, профессор живописи Симаковский, и, наконец, показался коренастый, невысокого роста, плечистый, с высокой грудью и орлиным носом Куинджи. Я увидел таинственного художника. С его картинами я познакомился ранее в Третьяковской галерее. «Березовая роща». Какая странная композиция, какая упрощенность формы и красок. Краски сочные, душистые, точно пропитаны березовым соком. Как смело художник обрезал рамой стволы берез наверху. Дальше опять сочные зеленые краски на фоне темной тучи в картине «После дождя». Затем одинокая сосна на севере диком, лесные дали уходят в бесконечность. Во всех этих произведениях ощущается великий творческий дух, чувствуется вдохновенный певец природы. Архип Иванович Куинджи родился в предместье города Мариуполя, в семье сапожника, носившего фамилию Еменджи. Род их греческого происхождения, но, живя в Крыму, они усвоили татарский язык. Кстати, Еменджи по-татарски «сапожник», Куинджи – «золотых дел мастер». Такова была профессия деда Архипа Ивановича. 20-летний чернокудрый и черноглазый Архип приехал в Петербург учиться живописи. Первое время зарабатывал на хлеб, работая фотографом. Куинджи пробовал держать экзамен в Академию художеств, но провалился. На следующий год снова пошел на экзамен, и опять неудача. Как ни тяжело было это поражение, он не потерял веры в свой талант и рук не опустил. Куинджи написал картину, изображавшую татарские сакли в Крыму при лунном освещении. За эту картину Совет Академии присудил ему звание неклассного художника. Архип отказался от этого звания и взамен просил принять его в Академию учеником. Просьба его была уважена. Его новую картину «Вид на острове Валаами» Академия отправила на выставку в Вену. Потом ее приобрел Павел Михайлович Третьяков для своей галереи. В 1878 году «Вид на острове Валаами» и только что написанная «Украинская ночь» были экспонированы в русском отделе Парижской выставки. Они получили хорошие отзывы в заграничной печати, особенно «Украинская ночь». Эффект лунного света на деревьях и белых мазанках производил чарующее впечатление.
Картины Архипа Куинджи ярко выделялись на передвижной выставке, возбуждали живой интерес у публики и критики. Куинджи был новатором, затмившим своим талантом и успехами товарищей пейзажистов, склонных очень сурово критиковать его картины. Да фокусничество все это. Славу раздулись. Освещение-то освещением, а рисунок видели? Наивный, детский рисуночек-то. Надо было и над деталями поработать. А тут у нас, видите ли, умения не хватило. Да и где ему, бывшему гусятнику? Образования-то никакого. Крамской писал: «Куинджи интересен, нов, оригинален. Этого пейзажисты не понимают, но публика зато отметила». Архип Иван чувствовал, что ему стоит выставлять свои картины одному, самостоятельно. И он выходит из товарищества передвижных выставок и в 1880 году имеет смелость самостоятельно выставить, правда, только один свой пейзаж – «Лунная ночь на Днепре». Риск был большой, ведь это не захватывающий исторический сюжет вроде Бреловской гибели Помпеи. Дерзость большая. Однако слухи о необычной картине пошли еще по городу до открытия выставки. Когда же «Лунная ночь на Днепре» была выставлена в помещении на Морской, весь Петербург целый день осаждал выставку. Экипажи стояли от подъезда до самого Невского и заворачивали за угол по Невскому до улицы Гоголя. Крамской писал Репину: «Картина эта – невиданное еще никогда могущество красок. Впечатление от нее решительно волшебное. Это не картина, а сама природа. Луна – это действительно луна. Она действительно светит. Река – настоящая река. Она действительно светится и блестит. Вы видите эту рябь. Вы почти угадываете, куда, в какую сторону несет свои воды Днепр. Тени, полутени, огни, воздух, чуть заметный пар. Это все передано так, что удивляешься, как могли краски это передать. Такой картины нет в целом мире». Выставка Куинджи была триумфом моего любимого учителя и художника, заканчивает свои воспоминания Александр Рылов. Тут во мнениях о могуществе его таланта сошлись и журналисты, и литераторы, и профессора Академии живописи, и ученые, и поэты. Всех очаровала картина, и все выразили каждый по-своему свои чувства, и все подняли бокалы в честь Куинджи.